находимся на другом уровне. Говорят, перевозки начинаются с нашей стороны. Это на запад Закарпатья едет. Найденыш, потому что его оставили, да, соседи, вот мы решили его немножко с собой, мы не могли оставить его. То есть мы возим продукты, у нас как бы большие базы сортировки, мы адресную помощь как бы оказываем, то есть у нас на легковушках разъезжают по Киеву. Так видели как бы и там какое-то снаряжение, а медицинку тоже, то есть лекарства, жгутов не хватает. Еще стих, вот их купают с первого десятка матрасы, все наши так само. Постоянно катаемся. Постоянно. Тут не меняем на самі постоянно. Потяг. Меняемся. Зрозумів. А багато зараз продают? Ну, це вчора в состав пішов цілий. Сьогодні 7 вагонів ми привезли повністю, а вчора теж 7 вагонів робити. Ну ж бачили, що все забито. Що оце ми вигрузили з одного вагону. Оце з одного вагону ми вигрузили. Після завтра чекайте до знову. Первый, кто отреагировал вообще на эту проблему, с Черновицкой епархии, с Румынии присылают, румынская церковь присылает в Черновицкую епархию, оттуда рассылаются, были уже отправлены оттуда поезда и в машины, и в Харьков, и в Тернополь, много переселенцев, которые имеют нужду, и они уже распределяют. Сегодня пришли два вагона в Киев для всех нуждающихся в Киеве, ну и будем раздавать, сколько здесь раздадимся. Волонтеры ходят по домам, к одиноким людям помогают. Это абсурд в абсурде. Это нарушение какого-то природного восприятия мира. Мы же не звери. Как может так быть, происходить?